Всем доброе утро! Я с сегодняшнего дня решила сесть на диету. Поэтому у меня такая теперь диета. У меня сегодня первый день. И значит, в 10 утра у меня первый прием пищи, завтрак. Вот такой омлетик, рыбка, оливки, огурчик. Дальше. Вот такой салатик с моцарелкой, два кусочка хлеба, можно с маслом, и кофе без сахара с молочком, потому что черный я не люблю. У меня обычное молоко я пока еще не купила, миндальное или кокосовое буду пить, добавлять. Вот такой у меня завтрак начинается в 10 утра. Дальше у меня будет обед в 2 часа дня. Я покажу, сниму, что я буду кушать на обед. И третий прием пищи у меня будет ужин, который у меня будет проходить в 6 вечера. Я тоже сниму, покажу. Хочу месяца за 2-3 сбросить где-то около 10 килограмм. Посмотрим, получится или нет. Но вообще диета такая вот хорошая, когда ты питаешься 3 раза в день интервально, но не позже 6 вечера. Так что начинаем худеть.